Думаешь, я твоя собачка, Лайт? Что достаточно свистнуть, и я сразу прибегу? Это ты убил ФБРовцев. А сам как думаешь? Я решаю, кому умереть, а ты подчиняешься. Таковы правила. А кто, по-твоему, написал правила? Ты на чьей стороне? Нет никаких сторон, только игра. И в конечном итоге ты ее не потянул. Я предупреждал, но ты не слушал. Откажись от тетради. Из-за нее ты уже поссорился со своей подружкой. Я найду ей нового хранителя, и мы забудем друг о друге. Я не отдам ее ни тебе, ни кому бы то ни было. А будешь такую херню вытворять, впишу твое имя. Ну, попробуй. Но предупреждаю, в моем имени 3 буквы. И никто не успел написать больше 2.